и делаю оу. Всем привет! За папу и делаю оу вернулся. А топора нет. Мне лень снимать топора, плюс там нечего уже для меня снимать. А, ой. Я ничего не хотел сделать, я 100% ничего не хотел. Ну что, ты жесткий? Так, давай вот так вот сядь. Не смотри на меня. Валим! Это твой новый дуб. Ура, наконец-то я покушаю. А то меня здесь держали 3 дня. На меня нападал этот челик, и еще не было еды. Вообще жесть. Ой. Короче, я вообще не думал, что я скоро сдохну. А я сдох. Почти что. Короче, я сбежал. О, все, остановка? А что так быстро? Спасите! Кроликом. Хорошо. Я сдохну. Скоро. Походу. У меня нога болит. Белый кролик. Давай. Ты чё? Стой. Иди сюда, крыса. Сюда. Ты где? А, о, пластинка. О, тут еще одна пластинка. Ну я ее складу. Стой. Я могу положить пластинку. Короче, качает, ну смысл. Поменяю пластинку. Вкусно. А что? Мне надо исследовать квартиру. Что это? Звуки пианино. О, душа. О, вот пианино. Сыграть. А что? Музыкальная чушь. Не пианино. Короче, и сюда. А, где я могу достать не пианино? О, еще одна пластинка. Ну, хотя толку нету, наверное. Ну да, нету толка. Кстати, вы играете в пиги? Если да, то, во-первых, начните играть в АПРПЭ. Это, короче, РП по Пиги, я там частенько играю, мы можем по РПшить, если... кто не знает, то, что такое РП, это, короче... Кстати, я еще музыкальную чушь нашел. Ой, пианино, короче. Это ролеплей, когда мы играем за свою роль и отыгрываем персонажа. Там недавно вышел 4-й кастомная глава, там их очень круто сделали. Почему у них дома кружки ломаются от обычного соприкосновения, а вот тут кружки не ломаются от... О, тут кружки вообще не ломаются никак. 3 ноты. Давайте играть. О, он сел.
классная музыка. Чего? А задание переключатель, где переключатель? Это я слепой? А, ой. У меня просто что-то залагало, я не мог ходить. Я нажал на вот эту кнопку, тут что-то открылось. Какие-то трубы, что это? Блин, музыка страшная. Где я? Слушай, погоди. Что за музыка такая? Слушать пластинку Пикмана. Я хочу свалить. Валим. Это я. Сейчас будем слушать. Гудбай и неудачи. Желательно, чтобы работал. Черт, света нет. Логично. Ну, логично. Че? Хорошо. Ема. Блин, дайте душу еще одну. Я хочу еще больше душ. Что тут надо сделать? Нет. О, кстати, я на 8 что-то открыл вроде бы. Черный-белый. Взять предохранитель. Синий предохранитель. Типа сюда? Тут розовый. Тут синий. 4, 3. Тут что-то размыто. Какие-то клетки тупые. Оп. Тут, кстати, подметили. О. Чи. Это. В смысле? Сой, подожди. Ну все. Куда вот этот код нужен? След блоки предохранителя. Не давайте красть предохранители. О, код. Стоп, подожди. 4-3. Четыре, три, один, один. Чего? Я хотел тупо сначала 1 до 9, потом 2 до 9. Серьезно? Ебан. Вот. О! Нормально, испытание. Как залезть? Мне сюда? Страшно. Все, валим. Сзади. Улети. Он упал. Что это? Что это такое? А ключ? Я уронил его. Я сдох. Спок ночи. Нажми для пробуждения. Сюда. Сразу же. Ключ. Главное не уронить, как получится. Сюда. Луна. Треугольник. Треугольник. Желтый. Блин, не уронил. Луна.
Выход. Не бросай меня здесь. Оставайся здесь навсегда. Что только что произошло? Что там здесь? Что только что? Покормите малыша. Ключ. Блин, что ты такой громкий? Ключ. Это что? Типа дом наоборот? Еще один ключ. Реально то же самое. Стоп. Тут отматывается время. Белый кролик. Заперто за розовый ключ. Куда я его дел? Он был тут. Поток, блин, я не помню, куда я его дел. Кухня. Вот он, сердцевидный. Валим. Привет. И куда его надо положить? Сюда? Шляпы? Тени. Ты сейчас серьезно? Стой, погоди, веселая. Серьезно. О, будешь таким. Чего, блин? Отстань. Я не поведусь. Где же ты выпрыгнешь? Не пытайся. Зима, Слендер 2.0. Я уже понял, что надо делать. Что вообще обозначает этот знак? Что означает тот самый глаз? Так, искажение в пространстве. Я замачиваю тебя в этом углубе, сумма на мать и подумала.
комнатку найти. Хорошо. На меня не прокатит, братан. Опусти голову с ногами вперед с диким криком, и воин слепо несется к туманной каркозе. Нет, ну ты серьезно, это то же самое. Стоп, а мне не надо его... Стоп, мне не надо его типа... Да. Как я понял, мне его не надо. Ах! Это видео долгое, я знаю. Но вы же не будете против. Не будете? Короче... Да. Здорово. Малыш за мной. А чё? Куда? Типа уйти? Ага. Не бросай меня один. Бойтесь. Чё вообще тут происходит? Уязвимый. Куда? Налево на... Быстрее! Запутался, куда мне идти? Донт лиава. Направо. Валим. Сюда. Хорошо. Трус. Поворот. Хорошо. Ема. Чё? Где? Сюда. Сюда стрелочку. Сюда. Беги, маленький кролик. Ты не единственный. Всегда будет еще. Ай! Приближается черная кошка. Я что-то не открыл. Где я что-то не открыл? Короче, я быстро открою, а потом чекнем дар врача. Ну, вот эту штуку, для которой надо 12 душ. В общем, я скоро приду. Короче, я понял, где. Я быстро перемотаю. Погнали. За мой идеальный микрофон. Да, он барахлит, да, он плохой, да, он тихий, да, игра громче. Да, у моей мамы долг в 200 тысяч рублей, да, у меня нету денег, да, у моей мамы зарплата, блин, этот, 20 тысяч рублей. Но, блин, а. Я виновата. Она и так оплачивает кредиты, как может. Так что да. Короче, я быстренько тут все пройду, отстанет меня. Тут я ничего не одни. Ага. Короче, вот. Вот. Я вот это сниму в следующей серии. Я хочу узнать, что это за флаконы, но... Мне лень. Видео и так уже долго. Так что, все, удачи.